Или вообще? Эти шоки взяли, они вот так можно сразу брать. Вот это два теперь, а? Дорки 10, и вот такие малютки, а Давидик их очень любит. Вот такие вот 2 лиры, но, кстати, вот они бывают очень вкусные, но вот не эти именно. Розовочка 5 лир. Здесь мы, нам маленькие понравились. Всяких размеров помидорки есть. 10 лир – это 110 рублей. Какие они красавчики, да? Куча зелени всякой. Редисочка, кстати, какая красивая свекла. На видео у нас, кстати, не такая красивая, а так прям вообще красивая. Этот лук порей. 3 лиры, это 33 рубля. Это пучок. Сколько это будет? Короче, около 12 рублей. Ну, пучки здесь только пучки. Пышненькие, толстенькие. Мичка тоже, видите, они ее отсортировали. Это почему-то 15 лир, это почему-то 12 лир. Любовь, выбирайте. Варят кукурузку, можно, конечно, сырую купить, а можно, чтобы вам сварили. Мне захотелось. Такие вот мандаринки, 8 лир, гранаты. А гранаты бесценные, цены нет. Эти мандарины, кстати, очень вкусненькие, я люблю такие. Зелененькая шкурочкой. Мы клубничку, которая нам больше понравилась, ту уже взяли. Вот, но мы еще одну взяли, смотрите, какая. Ох, какая. Так пахнет прям вообще, мы по запаху ее нашли. Тоже 15 лир. Конечно, яички домашние двужелтковые, такие они крупненькие. Оливочки какие красивые. Сыры. В общем, все на свете можно купить здесь на рынке. Купили огурцов, целый пакет на 2 лиры, это на 22 рубля. Вообще, такие еще красивые. В общем, турецкие рынки вот такие, они переезжают каждый день в другом месте. Сегодня мы между Тосмором и Оба находимся. Вот, есть расписание некое. Я на холодильник его нацепила, чтобы мне не потерять, не забыть. Потому что с моей куриной памятью, конечно. Вот. А еще, кстати, есть постоянные рынки. Рыленок 2 лиры. Вот лимонов мы сейчас накупили большие 4 штуки, всего лишь 3 лиры. 22 рубля. Помните, вот такой пакетик. Мы купили всего. Нашу тележечку, мы ходим вот с такой тележкой, потому что без тележки, ну я не знаю, как все тащили бы мы, и то и в руках, вон там и яйца, и клубника, и все остальное. Все, погнали. Если вы хотите сэкономить, ищите магазин Шоп. Вот Шоп. И здесь, например, килограмм клубники стоит 6 лир. Килограмм или 500 грамм. В общем, все равно здесь все дешевле, то есть все крупы, все-все-все. Вот, то есть тот же йогурт здесь стоит гораздо дешевле, чем в любом другом магазине. Вот Шок, запомните. Говорят, что самый все-таки дешевый магазин – это Бим. Вот, ну я не знаю, не сравнивала. Но мне кажется, в Шоке, в принципе, совсем недорого. Надо сравнить. Вот, кстати. Сегодня еще в Бим зайдем, потому что здесь мы не нашли конфеты, которые нужны, а в Биме они есть. Такой ветер поднял.